Причин на самом деле существует достаточно много, когда люди не любят себя. Во-первых, это, возможно, причины, которые, конечно, кроются в детстве. Есть такое понятие психологической травмы, детской психологической травмы. И практически каждый из нас, придя на эту землю, на планету Земля, с детства получает эти травмы просто в обязательном порядке. Другой вопрос – как, насколько много, насколько сильно. И самое интересное, что вот эти травмы появляются у человека от его самых близких, родных и любимых людей. Это от мамы и от папы. Существует целая теория, существуют законы, по которым эти травмы как формируются, так, в принципе, можно и их прорабатывать. Где-то недолюбили, где-то обидели, где-то унизили, где-то отвергли. И тут уже включаются такие субличности, как критик, тиран, жертва, спасатель и так далее. И вот возле этого всего и крутится. Поэтому это глобальная тема на самом деле, и за несколько минут ее не осветить.